Попытки Евросоюза усилить санкционное давление на Россию и ее ответные меры могут преобразить энергетическую карту ЕС. Франция пытается национализировать ведущего производителя электричества компанию EDF. В Германии правительство вынуждено спасать деньгами концерн Uniper, одного из крупнейших в мире импортеров газа, который страдает от сокращения поставок из России. Эксперт болгарского центра исследований демократии Мартин Владимиров отмечает, что в условиях растущего дефицита государства ЕС все больше вмешиваются в дела энергетических рынков. Такую тенденцию мы наблюдаем по всему Европейскому Союзу. Она, вероятно, будет углубляться по мере того, как мы вступаем в зимний энергетический кризис. Но, по-моему, так поступать еще рано. Отменить потом интервенцию на рынках будет очень трудно. Европейский Союз десятилетиями работал над либерализацией энергетических рынков, и всего за 6 месяцев многие из этих достижений были, по сути дела, упразднены. С октября прошлого года, когда усилилась неопределенность с поставками газа из России, европейские государства попытались искусственно ограничить рост цен на потребляемую энергию, но без большого успеха. Людям, особенно бедным, помогают оплачивать счета за газ и свет, предлагают скидки и увеличивают пособия с госбюджета. Аналитик Брюссельского института Брейгель Бен МакВильямс предупреждает об опасности субсидий, за которые ратуют левые политики. Мы видели, как правительства проникли на рынки и существенно субсидировали потребление энергии домохозяйствами и промышленными производствами минувшей зимой. Тогда это преподносилось как временная мера, чтобы пережить холода. Предполагалось затем такую помощь отменить, но этого не произошло, потому что цены оставались высокими. Теперь правительство продолжает выплачивать субсидии в огромных масштабах, чтобы смягчить эффект от кризиса. Но это разрушает рынки. Это позволяет гражданам и бизнесу и дальше потреблять энергию, особенно ее не экономя. Цены каждый день не так рекордные, а субсидии толкают их все выше и выше. Но демократически избранные правительства должны защищать граждан и компании от роста цен, чтобы не лишиться власти. Война в Украине стала проверкой на прочность либерального капитализма, который Европа строила последние 20 лет. Россия перекраивает не только политическую, но и энергетическую карту.